До 15 июня администрация Чебоксар принимает предложение жителей так называемого поселка Шанхай об их расселении. Напомню, 18 мая глава Чувашии встретился с хозяевами самовольных построек, а 19-го была создана межведомственная комиссия, которая должна опросить жителей 199 домов и выяснить, на каких условиях они готовы переехать. Сейчас представители межведомственной комиссии встретились с жителями 195 домов и получили их видение развития ситуации. Четыре собственника жилья в поселке так и не нашли время, чтобы обсудить предложение застройщика. 76 собственников согласны на условия застройщика переселиться в однокомнатные квартиры площади от 33 квадратных метров. И 119 собственников согласны на предоставление жилья равнозначной площади или из расчета 14,5 квадратных метров на одного проживающего. Общая площадь предложений 9035 квадратных метров. Площадь, необходимая из расселения 195 домов. На четверг назначено очередное заседание комиссии. Алексей Ладыков предложил присутствовать на нем и представителям прокуратуры республики. Глава Чувашии призвал городские власти пристально следить за развитием ситуации. Обсуждаться эта тема будет еженедельно, пока не поставят точку в этой истории.